Добрый день, уважаемые коллеги. Компания Direct Media и проект Direct Академия. У нас есть такой новый проект. Рады вас приветствовать на очередном вебинаре с очередным очень интересным собеседником Юрием Юрьевичем Черным. Вы видите название его сообщения, а точнее это целый доклад на 2 часа. Я попрошу приготовить вас себе чай, кофе, чтобы мы провели это мероприятие в теплой, дружественной атмосфере. Юрий Юрьевич очень тщательно готовился, уважаемые коллеги. Каждую запятую, даже каждый интервал межстрочный, он внимательно изучил, попросил меня, если что, так вот, чтобы было все сладко, вкусно и точно. И он сегодня поделится с нами фундаментальными вещами. Те, кто нас слушают, принимают в наших вебинарах систематическое такое участие, заметили, что мы в основном говорим, вот есть инструмент, вот он дает вот это решение, а вот еще инструменты, там есть такие кнопочки. И мы все чаще слышим такие отклики, а где же методология, где же теория, для чего все это, куда мы идем, что мы хотим добиться. То есть, коллеги, справедливо, я считаю, ставят вопрос мировоззренческого, философского характера, чтобы понять свое место в этом бурном потоке новостей, иногда даже и фейков, так называемых, обманы, лжи, которые мы видим в соцсетях, в интернете, причем массового такого вот манипулирования уже. Коллеги отмечают, нами пытаются манипулировать, и это дает эффект. И вот как раз Юрий Черный, кандидат философских наук, тоже, кстати, как и я, с инженерным образованием. У меня степень тоже гуманитария, а мы оба инженеры. Вот такие два гибрида. Мы сегодня заслушаем уникальный доклад. И название, которое вы сейчас видите, на самом деле гораздо шире. Речь идет о вообще глобальной информационной среде, о колоссальных вызовах, которые бросает нам современный мир. Я дальше не буду тратить ваше время. Я пожелаю быть сегодня активными, не стесняться. Видите, Юрий Юрьевич в ходе нашей разминки показал себя вполне открытым, добродушным, отзывчивым человеком, заботливым лектором, заботится о каждом. И я предлагаю воспользоваться этим уникальным шансом, чтобы получить полезного для себя, как для ученого, как для гражданина, как для сотрудника, который принимает участие в нашем общем важном деле, образовании, науке и, возможно, других отраслях нашей деятельности. Юрий Юрьевич. Да, Юрий Николаевич. Да. Здравствуйте, дорогие участники, слушатели, зрители. Я рад выступать сегодня перед вами. Сделаю все от меня зависящее, все возможное, чтобы вам было интересно. Я выступаю на такую довольно сложную профессиональную тему под названием «Архивы, библиотеки, музеи в глобальной информационной среде». И должен вам сказать, что я внимательно изучал список людей, зарегистрировавшихся на вебинар. На вчерашний вечер таких было 204 человека. И я проанализировал состав участников. Примерно 25%, примерно четверть – это профессионалы. Главным образом – это библиотекари, работники библиотек. Чуть меньше работников архивов, работников музеев, и совсем я не увидел представителей архивов. И остальные 75% это люди из школ, вузов, детских садов, даже, насколько я понял, образовательных центров. То есть это те люди, которые хотят повысить свою квалификацию. И исходя из состава участников, я понял, что мне нужно сделать доклад на стыке такого профессионального жанра, с одной стороны, и научно-популярного, с другой, чтобы всем было понятно. Поэтому
пусть профессионалы немножечко меня простят за то, что я буду говорить простыми словами какие-то вещи, а непрофессионалам, ну, придется, наверное, совершить некоторые усилия, чтобы понять там профессиональные термины, но такова тематика. И прежде всего я хотел бы поздороваться с людьми, которые принадлежат к одному цеху, то есть я назову города, откуда вот люди, знакомые, незнакомые, библиотекари, зарегистрировались на вебинар. Итак, привет, Москва, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Казань, Ульяновск, Самара, Таганрог, Краснодар, Грозный, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Кемерово, Южно-Сахалинск. Привет, София, Болгария, Алматы, Казахстан и Бишкек, Кыргызстан. Привет, Армавир. И, конечно, я приветствую вас всех. Вначале, да, Юрий Николаевич сказал, что доклад будет длиться 2 часа. Ну, конечно, доклад будет длиться не 2 часа, а максимум час, возможно, меньше. И хотелось бы час использовать на дискуссию и ответить на ваши вопросы. Вначале я хотел объяснить, а как, собственно говоря, почему я пришел к этой теме. Пришел я к ней не по своей воле, потому что в начале, ну где-то в феврале этого года, 2016-го, ко мне обратилась Евгения Александровна Воронцова, кандидат исторических наук, которая инициировала проект под названием «Роль музеев, библиотек, архивов в информационном обеспечении исторической науки». И каждый год, начиная с 2015 года, выходит том. Вот том по музеям. «Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки». Москва, 2015 год. Евгения Александровна предложила участвовать в этом проекте мне и моим коллегам в Винионе. Ну и в ходе разговора я согласился. В ходе разговора она предложила написать текст на достаточно, ну, на тему такого достаточно общего характера. И я эту тему назвал. «Музей в глобальной информационной среде, не понимая, за что я берусь». Уже позже я понял, что как бы эта проблема в профессиональном сообществе, она не ставится, она считается чуть ли не решаемой. Но в результате у меня был значительно так подпорчен мой отпуск летний, потому что ничего не получалось, все это отражалось не только на мне, но и на моих близких. Ту работу, ту статью, которую я должен был сдать к лету, я сдал 9 сентября. И вот получился этот результат. Результат нетривиальный для меня самого. И в дальнейшем он вызвал интерес в сообществе, в профессиональном сообществе. И так получается, что сегодня я выступаю шестой раз с середины сентября. То есть с середины сентября 2016 года я выступал в следующих аудиториях, в следующих городах. Это в сентябре в Москве и в Керчи, в октябре в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском институте культуры, в ноябре в Южно-Сахалинске, в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, и в декабре снова в Москве. И вот сегодня, 20 декабря, я выступаю в шестой раз снова в интернете, и с Юрием Николаевичем мы решили взять такую тему, которая у меня уже обкатана. И мы остановились именно на этой теме. Я хотел бы, чтобы вы... где у нас указочка? Вот она. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на мой адрес электронной почты, Юрий Черный Mail.ru, записали его.
Потому что у меня, конечно, есть текст. Текст доклада одноименного, вернее, не доклада, а текст одноименной статьи. И Евгения Александровна Воронцова разрешила мне его рассылать всем желающим. Поэтому те из вас, кто захочет получить сам текст, где все аргументируется и более полно, чем представлено в этой презентации, может мне написать, я вам текст вышлю. Вот, потому что презентации я перехожу уже ко второму слайду. Но она немножечко представлена в другом жанре, такого публичного выступления, а текст, конечно, ну, текст, он шире, там есть цитаты, там есть ссылки, там есть аргументы, и там вот именно последовательное изложение мыслей представлено. На первом слайде вы видите три идеи доклада. Я их не буду зачитывать. И я считаю, что, ну, не знаю, стоит ли их охарактеризовать. Да, стоит. Кстати говоря, вы можете в чате задать мне вопросы по поводу трех идей доклада, а также задавать вопросы по ходу, если какие-то что-то вам в моем выступлении будет неясно. Итак, первая идея заключается в том, что информационная среда имеет законы своего развития, и именно эти законы должны стать... Ага, спасибо, Юрий Николаевич, я готов подхватить. И именно эти законы должны стать основой для дальнейшего развития архивов, библиотек и музеев. Эта мысль, с одной стороны, вроде бы тривиальна и даже банальна. С другой, если мы посмотрим на то, что происходит, мы увидим, что архивная, библиотечная, музейная отрасли – это отрасли, в которых... преобладает, я бы сказал, доминирует момент эмпирический, момент традиции. Так всегда делалось. Так всегда делалось, поэтому это правильно. Но когда в дело вмешиваются инноваторы и говорят, что у вас все неправильно, то работникам этих сфер трудно что-то возразить, потому что у них нет теоретической модели, они не могут, не всегда могут объяснить, а почему правильно так, как всегда было заведено. И вот я приведу один пример. Один из мегапроектов, который сейчас развивается в России, носит название «Национальная электронная библиотека», НЭП. Но на поверку оказывается, что Национальная электронная библиотека не имеет концепции своего развития до сих пор. Выделяются огромные деньги Министерством культуры. Проект уже действует несколько лет. Есть федеральный закон о НЭП, но нет концепции. А концепция может быть написана только исходя из опоры на какие-то законы. Почему, когда мы строим, например, корабль, то мы используем знания теоретической механики, теории корабля, теории устойчивости и так далее. И когда... это судно, значит, ставят на воду, то есть морские карты, значит, когда оно заходит в гавань, есть лоцманы, которых специально приглашают, которые проводят судно, да, к причалу. То же самое с самолетом, например. Я не говорю о строительстве, но чтобы вылететь, ему нужно знать... температуру и погодные условия в аэропорту вылета, потом в аэропорту прилета. И все это считается нормальным. Но архивы, библиотеки, музеи, как бы в отношении этих социальных институтов, предполагается, что их можно повернуть и в этом направлении, и в этом, и в этом. Можно превратить в досуговые центры, например. Можно из них сделать креативные индустрии. Вот, а можно усилить информационную составляющую, и ситуация все стерпит. Так вот, мой тезис заключается в том, что для успешного развития институтов социальной памяти
необходимо понимание законов информационной среды, в которой эти институты памяти сегодня существуют. И это прежде всего законы развития информационных технологий. Вот такая первая идея доклада. Вторая идея доклада состоит в том, что среда, состоящая из электронных документов, это не последняя среда, с которой мы имеем дело. Информационные технологии стремительно движутся в направлении нейрокоммуникаций, когда компьютерные коммуникации, которые мы имеем в виду, которые мы сегодня имеем как некие внешние для человека, внешнюю для человека инфраструктуру, начнут сливаться с нервными системами человека и, спасибо, Юрий Николаевич, и домашних, ну, животных, в частности, домашних животных, а также тех животных, например, которые в заповедниках живут. То есть сейчас мы можем ставить им метки определенные, а на определенном, на некотором этапе мы сможем их подключать к сети, то есть их нервную систему. И вот эта революция в электронных коммуникациях, о которых сейчас мало говорят и которые, ну, как бы мало принимают во внимание, она будет гораздо более серьезной, существенной, она имеет, будет иметь более далеко идущие последствия, чем переход от печатной коммуникации к электронной. И, наконец, третья идея заключается в том, что конвергенция, то есть сближение и переплетение функций институтов социальной памяти, архивов, библиотек и музеев может быть неразрушительным процессом. Так мы смотрим на процессы трансформации из индустриальной эпохи. То есть мы видим, что то, что было прочно, вдруг разрушается. Но раз противодействовать этому трудно, а может быть и невозможно, то может быть посмотреть на процессы на камеру. Дорогие коллеги, извините, пожалуйста, дома зазвонил телефон и почему-то вырубился интернет. Вот, вот как раз пример. Я подумал, а вот в мире нейрокоммуникаций, когда так, такое произойдет, вот что, что будет тогда? Хорошо, я перехожу к следующему слайду. Итак. Законы развития информационной среды. Я сегодня дома искал книгу профессора Московской духовной академии семинарии Алексея Ильича Осипова «Путь разума в поисках истины». Это курс по основному богословию. И в этой замечательной книге Алексей Ильич рассуждает в одной из глав о взаимоотношениях религии и науки, и он показывает, что наука тоже во многом построена на вере. Чтобы эффективно, правильно, плодотворно вести научную работу, человек должен обладать верой. Верой во что? В то, что мир упорядочен и гармоничен в своей основе. Потому что на поверхности мы видим хаос, сменяющих друг друга событий, впечатлений. И то, что за хаосом стоит какой-то порядок, это не очевидно. Но для настоящего ученого чувство гармонии должно жить в душе. Тогда он, преодолевая сопротивление и своего окружения, и скептически настроенных коллег, и сопротивление материала, может потратить годы своей жизни или десятилетия на установление простых законов того, как устроена реальность. И вот об этом следующая цитата Альберта Эйнштейна. У него есть такое понятие замечательное, которое называется «космическое религиозное чувство». «Я утверждаю, — писал Эйнштейн, — что космическое религиозное чувство является сильнейшей и благороднейшей из пружин научного исследования». В дальнейшей цитате, вот в цитате на двух следующих слайдах, как раз и представлено то, о чем я только что говорил. Эйнштейн приводит в пример Кеплера и Ньютона, которые потратили годы на распутывание основных принципов небесной механики
И далее он говорит, что, ссылаясь на одного из современников, что в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди. На меня в свое время, когда я был студентом Комсомольского на Амуре политехнического института, это был конец 80-х годов, вот эта цитата из 4-го тома собрания сочинений Альберта Эйнштейна оказала огромное влияние, когда я хотел посвятить свою жизнь научной работе, стать ученым. Мне было тогда 20, может быть, 22 года, сейчас мне 49. И, ну вот я так и жил все это время и развивался вот с опорой вот на эту, ну, на это видение. И недавно, когда я готовил презентацию, ну, не к этому сегодняшнему выступлению, а к выступлению тогда еще в середине сентября, то я вновь эту цитату включил и возвратился в свою юность, молодость. Но Алексей Федорович Лосев писал, что ученый в науке всегда молод. И далее я хочу сказать о двух людях, которые вот живут так, как писал Эйнштейн. Это наши современники. Вот я счастлив, что с ними знаком и общаюсь. Это доктор технических наук, профессор Сергей Николаевич Гринченко, главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН. Минуточку. Владимир Евгеньевич Зубов пишет: «Может, про религию не будем? И так уже дышать невозможно». Я благодарю вас, Владимир Евгеньевич, за это, за этот пост в чате, поэтому я возвращаюсь. Я возвращаюсь к цитате. Дело в том, что космическое религиозное чувство у Эйнштейна никак не связано с идеей существования личного Бога. Абсолютно. Потому что Эйнштейн был рационалистом, и он опирался в этом на учение Бенедикта Спинозы. И космическое религиозное чувство – это вера в упорядоченность и гармонию мира. И не более того, у Эйнштейна есть рассуждение о том, что для человека, которого, ну, который живет вот таким образом, поклонение богам и жертвоприношение не требуется. Поэтому дело не в слове «религия», которое я употребляю, и ранее я сказал о профессоре Осипове из Московской духовной академии семинарии. Я говорю о сути. Я говорю о сути. Спасибо, Владимир Евгеньевич, я вижу ваш пост новый. О том, что наука не есть просто собирание фактов и их обобщение. Это собирание фактов и их обобщение накладываются на определенную, ну, скажем так, душевную структуру человека, который это делает. И если этой структуры нет, обобщение не получится. Если человек верит в гармонию, то он установит закон. А если он не верит, хоть дай ему факты, из которых следует прямо вывод, он не сделает его, потому что он в это не верит. И у Эйнштейна есть в другой статье слова о том, что никогда, если бы в науке остались вот только такие люди, другие, ну, прагматики, скажем так, то здание науки никогда не поднялось бы, потому что лес никогда не образуется только из вьющихся растений. Вот это я хотел сказать. Евгений Сергеевич Лапин. Евгений Сергеевич Лапин спрашивает, можно ли, по вашему мнению, назвать Эйнштейна пантеистом? Да, можно. Хорошо, Владимир Евгеньевич, душевный настрой – это моя точка зрения. Давайте в дискуссии потом это еще обсудим. Итак, Сергей Николаевич Гринченко и Юлия Леонидовна Щапова. Пожалуйста, обратите внимание, указочка стоит, страничка в интернете. Или можно просто в Яндексе или в Гугле набрать «Сергей Николаевич Гринченко».
вы попадете на страничку Сергея Николаевича Гринченко в Институте проблем информатики РАН. И там вы увидите, что большинство работ доступно в электронном виде. Какие это работы? Это работа «Метаэволюция». Вот работа «Метаэволюция», в которой на основе информатика кибернетического моделирования, да, вот сейчас как мне лучше показывать, описано, ну, построена модель развития Вселенной от момента Большого Взрыва до наших дней и дальше. Вот. Юлия Леонидовна Щапова. Сейчас, минуточку. Я просто, когда на конференции езжу, я беру с собой книги, даже когда я езжу в другой город, и тем более, если я выступаю в Москве, я решил это же сделать сегодня. Юлия Леонидовна Щапова, «Материальное производство в археологическую эпоху». И брошюра, которую я считаю очень важной, это приложение к журналу «Информационные технологии», Гринченко-Щапова «Информационные технологии в истории человечества». Все они, нет, вернее не все, нет книги Юлии Леонидовны о материальном производстве, представлены на сайте. Юрий Николаевич, верните, пожалуйста, презентацию, чтобы я видел ее. Да, спасибо. Вот эти люди. Так, и что они сделали? Сергей Николаевич Гринченко предложил модель развития мироздания с момента Большого Взрыва, так сказать, и далее, на основе теории поисковой оптимизации. То есть он установил некие универсальные механизмы развития на всех уровнях, на всех ярусах развития живой и социально-технологической природы. А Юлия Леонидовна Щапова занималась проблемой археологической эпохи, то есть, вообще она крупнейший специалист по стеклу, и ее имя в науке связано с этим, но сравнительно недавно она попыталась построить математическую модель археологической эпохи, то есть тех эпох в развитии человечества, когда не было письменности, и мы только по материальным остаткам можем установить, что было в тот период. И она столкнулась с сопротивлением сообщества, некоторого сообщества археологов, потому что считалось, что эти эпохи можно только описывать эмпирически, никакой математики там быть не может. Вот. И она применила ряд Фибоначчи, который связан с золотым сечением, и увидела, что археологические эпохи прекрасно укладываются в этот ряд. Потом случайно, довольно случайно, произошла встреча Сергея Николаевича и Юлии Леонидовны на одной из конференций, на одном из семинаров в Московском обществе испытателей природы. И как результат этого знакомства и взаимодействия стало наложение моделей друг на друга. И оказалось, что эти модели друг друга подтверждают. Просто у Сергея Николаевича модель такая глобальная, у Юлии Леонидовны, ну, более локальная. И с тех пор образовался творческий союз Гринченко-Щапова, они успешно работают и вот предлагают законы развития информационной среды, я во всяком случае на это опираюсь, понимая информационные технологии не как компьютерные технологии и не как технологии рукописной печатной книги, а технологии социальной коммуникации, начиная с жестов. То есть жесты, мимика, неинтонированные звуки, речь и так далее. Теперь следующее обобщение. Оно принадлежит американскому философу, социологу и футурологу Элвину Тофлеру, одному из авторов концепции постиндустриального общества. Элвин Тофлер ушел из жизни в конце июня 2016 года. Здесь я вот не знаю, я должен у Юрия Николаевича спросить. Дело в том, что у меня есть хорошая
описание, ну, в своей же статье того, о чем говорит Тофлер. Как лучше, чтобы я прочитал или рассказал своими словами? Но Юрий здесь. Николаевич тут не может вам что-то посоветовать. Я знаю, что... Хорошо, я тогда хотел бы прочесть, потому что... рассказать, Михаил Павлович, хорошо. Прочесть вы сможете в статье, если вы обратитесь ко мне по электронной почте. Тофлер говорит о том, что в истории человечества есть три эпохи. Первая была дописьменной, и память человечества в целом, ну фактически племен в то время, память обществ того времени строилась на основе индивидуального мозга, то есть за критические, за запоминание критически важной информации отвечал либо вождь, либо жрец, либо эта информация распределялась как бы между членами племени или общества того времени и передавалась, ну скажем, путем ритуального танца. Но такая система имела свои ограничения, потому что ограничен объем индивидуального мозга. Когда общество начинали расти, возникли первые государства, вместе с ними возникла и письменность. И письменность позволила преодолеть ограничения, связанные с объемом индивидуального мозга, но проблема заключалась в том, что социальная память общества стала устроена не так, как работает мозг. Например, библиотечный каталог, он очень хорош, но все-таки это искусственная система, а не система, построенная по типу ассоциативных связей. И вот в электронную эпоху по Тофлеру, благодаря компьютеру, система памяти человечества восстанавливается по образцу мозга, только уже не коллективного, а глобального. Поэтому здесь такую большую роль играет гипертекст. И еще один момент. В письменную эпоху, порождалось множество документов, но эти документы как бы отрывались от человека, отчуждались от него и складывались в хранилищах для того, чтобы ими нужно было пользоваться, нужно было вобрать в индивидуальную как бы голову это все и снова зажить этим. А вот в электронную эпоху память будет с человеком постоянно, и в этом смысле компьютеры, сети помогают активности, помогают, значит, сделать память снова активным. Владимир Евгеньевич Зубов спрашивает меня о систематический каталог. Разве здесь не ассоциативные связи? Но я думаю, что нет. Это все-таки система, которая... Ну, основано на классификации наук. А как бы в мозге-то какая классификация наук? Вот. Ну, я пойду дальше, это мы можем обсудить далее в дискуссии. Идея вторая. Так, сколько осталось? Осталось 23 минуты. Идея вторая. Нейросреда и нейрокоммуникация. Я, конечно, вышел на проблему технологий нового типа и нейрокоммуникацию раньше интуитивно, но потом искал подтверждение, почему это так, почему это будет так. И в определенный период, это было в начале 2014 года, понял, что без экономики и без кондратьевских циклов здесь не обойтись. Вот. Почему наступит время нейрокоммуникации, вернее, почему оно не может не наступить? Потому что это так называемая шестая волна технологических инноваций, техногенной цивилизации, которая структурно повторяет все предшествующие волны, просто меняется вид технологии. Итак, перечислю, вернее, вы видите перед собой, это эпоха текстиля, пара, стали, нефти, компьютеров и телекоммуникаций, эпоха конвергентных нано-био-инфокогнитивных технологий. Эпоха текстиля, пара и так далее, это условное название, но суть состоит в следующем. На каждом этапе
длинного цикла экономической конъюнктуры имеется некая базовая, ключевая технология, которая тянет, которая развивается ускоренными темпами, то есть дает до 30% прироста в год и тянет за собой всю экономику. Эпоха текстиля не значит, что там не было других технологий или в эпоху пара не было текстиля, но именно в первую текстильная промышленность тянула за собой все. Вот. Далее речь пойдет о национальной технологической инициативе, так называется государственная программа «МИР» по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Ниже вы видите цитату из послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию 4 декабря 2014 года. Но это политический документ, и после того, как национальная технологическая инициатива была провозглашена в начале декабря 2014 года, то работа агентства стратегических инициатив, которую вы видите на следующем слайде, автономной некоммерческой организации, созданной ранее, наполнилась новым содержанием или обрело второе дыхание. Председатель наблюдательного совета ОСИ тоже Владимир Владимирович Путин. Существует 9 ключевых рынков национальной технологической инициативы. Кстати, интересно, что раньше термин НТИ означал научно-техническую информацию, а сейчас это национальная технологическая инициатива. Вы видите на слайдах 9 этих ключевых рынков. И восьмой из них называется нейронет, суть которого состоит в картографировании головного мозга, создании нового поколения всемирной паутины на основе нейрокомпьютерных интерфейсов. Июля 2016 года на выставке достижений народного хозяйства состоялся форум Агентства стратегических инициатив, который был приурочен к 5-летию агентства. Форум посетил Владимир Владимирович Путин и провел там на нем целый день. Справа на фотографии временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Тюмин, который доложил, я когда просматривал видео, обратил на это с удивлением внимание, что доложил о том, что в Тульской области совместно с ОСИ уже разработана программа развития области до 2020, кажется, года. И теперь будет разрабатываться стратегия развития региона до 2035 года. Я полагаю, что Тульская область – это один из пилотных регионов, и вскоре такие программы или необходимость разработки таких стратегий распространится на все регионы Российской Федерации. Согласно одному из теоретиков нейронета и энтузиастов нейронета Павлу Лукше, нейронет будет, или интернет 4.0, веб 4.0 будет развиваться в 4 этапа. Первый 2015-2020 год. Обращаю ваше внимание, что заканчивается уже 16-й, то есть мы 2 года как бы живем в преднейронете. Второй 2020-30, третий 2030-40, четвертый после 2040 года. Вы видите ниже 6, сейчас я указочкой поработаю, 6 направлений дорожной карты возникновения рынка нейронета, от нейроуправления бытовым пространством до генной клеточной коррекции мозга. Эта информация может вас повергнуть в удивление, а может быть кого-то шокировать, но это реальность
Это реальность наших дней, и представим себе, что в начале 80-х годов кто-то говорит о том, что вскоре персональный компьютер будет иметь каждый желающий, что будут, что то самое устройство, мелофон, которое мы видели в фильме об Алисе, будет иметь каждый человек и ребенок, и будет связываться с другим человеком на земном шаре, да, это пока не устройство для чтения мыслей, но оно стремительно туда идет, вот, его бы сочли фантазером. Ну вот я сейчас вот говорю примерно то же, но о том, что будет через 10-15, там 20 лет, причем обращаю внимание ваши, дорогие друзья, что это государственная программа, есть, так сказать, это поддерживается направление руководителями государства, это идет большое финансирование сюда. Вот, и так далее. И кроме того, работают над этим 5 центров силы, не только Россия, прежде всего Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Япония, Китай и Россия. Проникновение в нейросреду или проникновение или освоение в нейросреды, на мой взгляд, предвидел один из пионеров информатики, гениальный ученый, общественный деятель, гуманист Поль Атле. В трактате о документации, работе 1934 года, он писал о документации без документов и приближении документа к непосредственной мысли. Здесь я хотел бы прочитать полностью эту цитату, потом мы ее обсудим, и вы подтвердите или, может быть, напротив, опровергните мои слова о том, что у Атле речь идет о передаче эмоций и мыслей, то есть о нейрокоммуникации. Итак, цитата. «В будущем на высшей стадии своего развития превращение книги приведут к документации без документов. Это может привести к абсолютному обобщению, которая напомнила бы путь, приведший математиков к тому, что они могут обращаться к математике без понятия числа и пространства. Геометры, помещая заурядные геометрические элементы во все более и более сложное пространство, пришли к обобщенным геометриям, для которых тривиальность геометрии Евклида была бы только частным случаем. Алгебраисты построили обобщенную арифметику. Элементарный документ соответствует дискурсивной мысли. Он служит поддержкой этой мысли, помогая ей развиваться и становиться яснее. Документ на высшей своей стадии соответствовал бы непосредственной мысли. Он освободил бы элементарный документ от его основных физических и психологических свойств, уплотнил и немного сократил бы его, освободил бы его от связанности материальными знаками». Конец цитаты. Вот эти слова «освободил бы его от связанности материальными знаками» я истолковываю как выход за пределы знаков. Но выход за пределы знаков есть выход за пределы, которые установлены нам природой, потому что мы не можем передавать эмоции и мысли непосредственно. И если Атле говорит о такой возможности, значит он говорит о том, что мы сегодня называем нейрокоммуникацией. И, наконец, идея третья. Да, вот я хотел вам показать книгу Поля Атле. Поль Атле. Библиотека, библиография, документация. Избранные труды пионера информатики. Издательство Grand Fair. 2004 год. Здесь представлены работы Атле, в том числе и трактат о документации, переведенный Руджером Сергеевичем Гилялевским. Но здесь переведено всего одна треть этого труда, а труд под названием «Эссе об универсализме» или, я не помню, но об универсализме вообще не переведен на русский язык. Теперь я хочу вам рассказать об вот этих четырех замечательных книгах, об этом труде Бориса Арьевича Семеновкера, его фундаментальной идеологии «Эволюция информационной деятельности».
Это да, вот комментарий. До изобретения письменности человек был свободен от материального представления в виде знаков. Но, видите ли, нет, он не был свободен, потому что мое говорение сейчас есть тоже знак. Я мысли свои и чувства выражаю в знаке, в речи, в колебаниях звука. Потом это колебание звука передается, значит, через микрофон по сетям, и вы воспринимаете колебания звука, и потом восстанавливаете в голове образы, которые я передаю. И это происходит, ну, более или менее адекватно, раз мы друг друга понимаем. Здесь же речь идет о том, что будет передаваться эмоция, мысль путем нажатия на кнопки. То есть, либо на голове у человека будет нейрокомпьютерный интерфейс, который считывает мозговую активность и расшифровывает ее программно, но это будет именно программа машины и передает по сетям, либо у нас в теле, в частности в голове, будет чип, который будет выполнять те же функции нейрокомпьютерного интерфейса. То есть нам не понадобится обращаться к знаку, чтобы передать эмоцию или мысль. Вот в чем различие. Вот в чем различие нейрокоммуникации с дописьменной коммуникацией. Итак, я возвращаюсь к своему изложению. У меня есть 10 минут. Борис Арьевич Семеновкер родился в 1935 году, доктор педагогических наук. Он написал историческую работу. Это дилогия, первая часть и вторая часть. Ну, просто вторая часть в трех книгах «Эволюция информационной деятельности». И вот, казалось бы, эта работа, она настолько далека от нашего времени, поскольку она о древности. Она о древности, она о периоде дописьменного общества, которое называется вот бесписьменное общество, видите? Бесписьменное общество. Очень интересное содержание, например, виды информации. Сакральная поэзия, мифы, предания, легенды, ритуалы и храмовые центры. Эпическая и лирическая поэзия, прикладные знания и язык, изоинформация, музыка и танцы. Здесь виды книг очень интересные перечислены древние, например, на пальмовых листах там, и так далее. И три других тома, то есть вторая часть, посвящены рукописной информации. Когда я обратился к этим источникам, работая над статьей «Архивы, библиотеки, музеи в глобальной информационной среде», я не подозревал, какой эффект может быть получен. А что же я увидел? Я увидел, что в древности архив, библиотека и музей представляли собой один социальный институт, интегральный. И они разделились по-настоящему только после изобретения книгопечатания Гутенберга. И если предположить, что электронная технология все объединяет, то можно истолковать это объединение как возвращение к некоторым моделям, характерным для рукописной коммуникации. Тогда нет никакого поражения, нет никакого демонтажа наших отраслей, то есть архивной, библиотечной, музейной. И мы можем найти свое место, более того, мы можем вписаться туда очень, очень красиво, вот в эти новые реалии. И, конечно, образцом в древности для нас является Александрийская библиотека, вернее, не библиотека, а Александрийский музей. Именно музей, а не музей, то есть храм Муз. Небольшая характеристика Александрийской библиотеки. Я буду смотреть вниз в текст, но все-таки передавать это своими словами. Что такое был Александрийский музей? Вообще-то это была реализация проекта идеального города Аристотеля. Все знают об идеальном городе Платона, но не все об идеальном городе Аристотеля. И именно перипатетики, ученики Аристотеля, в частности Деметрий Фалерский, предложили правителям Египта в
Птолемею I Сатеру и Птолемею II Филадельфу создать вот такой город, посвятить ему его, то есть создать музей, посвятить его Александру Македонскому. Александрийский музей, он представлял собой храм Муз, во главе которого стоял верховный жрец. Он включал в себя обширную Александрийскую библиотеку, подобно тому, как это устроено в современных научных центрах, а также, как полагают, обсерваторию, минералогические коллекции и коллекции медицинских препаратов. В мастерской Герона Александрийского изготавливались сотни сложнейших механических приспособлений. При музее создавались коллекции чучел животных и гербарий, был зоологический сад. На протяжении 800 лет Александрийский музей был крупнейшим религиозным, исследовательским, учебным и культурным центром эллинизма. Здесь возникла неоплатоническая философия, велись исследования в области натурфилософии, математики, астрономии, географии, медицины, теории музыки, лингвистики и других наук. Здесь творили великие ученые, я их перечислю. Архимед, Аристарх Самосский, Калимах, Эрасистрат, Эрастофен, Евклид, Герофил, Гепарх, Папа Александрийский, Герон Александрийский, философ Эфилон Александрийский и Платин, поэты Зенодот Эфесский, Калимах из Кирены и Феокрит. И все это находилось под эгидой правящей династии Египта. Возможно, что в будущем, как бы усиливающемся человеко-компьютерном симбиозе и движение по пути нейрокоммуникации, институты социальной памяти могут себя найти в качестве таких вот интегральных центров знания. И предпоследний слайд, который вызвал некоторый переполох на конференции «История техники и музейное дело» 6 декабря на ВДНХ. Вот, Нина Григорьевна сейчас участвует, я вижу в вебинаре, и спасибо вам, что вы пришли. Я напомню, вот какая была у вас реакция, что неужели вы меня спросили, вы действительно так думаете или вы решили всех шокировать? То есть в первом пункте, обратите, пожалуйста, внимание на первый пункт, я допускаю гипотетическую возможность вытеснения письменной коммуникации на периферию общественной жизни, исчезновение институтов социальной памяти, архивов, библиотек и музеев вследствие перехвата их функций глобальными информационными компаниями. Я допускаю именно гипотетически как возможность, это не значит, что я противник институтов социальной памяти. Но вот сейчас есть приложение, например, Яндекс.Транспорт. Мы заходим туда и видим, как зеленые, синие, красные точечки, автобусы, троллейбусы, трамваи там ездят, и как бы никакой письменности особо и не нужно. И если Google, Яндекс, YouTube, Instagram и так далее перехватят это, возьмут на себя и выберут весь контент, ресурс, отберут у традиционных институтов путем оцифровки, то почему бы и не представить себе, что такая ситуация возможна. А вот вторая ситуация, желательная, она заключается, на мой взгляд, в том, что институты социальной памяти могут трансформироваться в центры экспертного знания в составе глобального мозга, коллективного интеллекта человечества. Раз мы туда все равно движемся, раз мировая экономика идет в этом направлении, почему бы не попробовать вписаться в это движение и не найти в нем свое достойное место. Спасибо большое, дорогие коллеги, вам за внимание. Я закончил свое выступление. Юрий Юрьевич, спасибо за ваш интересный доклад. Я по его ходу записывал и даже помечал цветами
вопросы-ответы, это новинка, у нас такого раньше не было. И вот красненьким я пытался отметить вопросы коллег. Вот я сейчас их сделал пошире. Зелененьким это некие реплики коллег на ваше сообщение. Я зеленый с первого начинать и не буду слишком развернуто отвечать на вопросы, чтобы времени хватило на всех. Итак, меня слышно, да? Слышно хорошо? Да. Итак, первый вопрос. Зубов Владимир Евгеньевич, мы еще недостаточно хорошо представляем возможности обычных компьютерных сетей, а уже говорим о нейросреде и нейрокоммуникации. Не рано ли? Но предположим, что мы начнем изучать возможности обычных компьютерных сетей. Но дело в том, что они стремительно развиваются куда-то. Интернет эволюционирует. И без направления эволюции мы не можем понять. То есть бесконечной цели интеллихи мы не можем понять, как устроена обычная сеть. Мы можем понять практически, как это работает. Но мы же говорим о смысле. Поэтому вот я и привлекаю ваше внимание к конечной цели. Это раз. А во-вторых, ну, еще раз вернусь. 86-й год. 87-й, разгар перестройки, появляется человек, который говорит, что вот-вот когда-то будет общество, в которое появятся вот компьютеры будут у всех, и люди будут по сетям общаться и все. Ему говорят, слушай, ты о чем? Вообще страна вот занимается перестройкой. Ты слушай, что говорит Михаил Сергеевич Горбачев, а ты рассказываешь о каких-то фантазиях. Если мы сейчас не будем думать о нейрокоммуникации, то она придет к нам как внешняя реальность, и мы будем просто к ней адаптироваться. И мы будем лишены возможности повлиять на ее формирование само, на вложение в нее того смысла, который нам нужен сейчас. Все, это конец ответа на этот вопрос. А систематический каталог, разве здесь не ассоциативные связи? Ну, я думаю, что нет. Это формальные связи. Известно, что библиотечные каталоги в той или иной мере построены на классификации наук, на представлениях классификации наук. Ну а это все-таки искусственные системы. Зубов Владимир Евгеньевич. Знаковые системы используются животными. Поза, угрозы, оскал зубов, махание хвостов и так далее. Совершенно верно. И жесты мы унаследовали от животных. Я взял еще одну книгу сегодня и не ошибся. Вот она. Она называется «Словарь жестов». Видите, какая она толстая? Продается в торговом доме «Библиоглобус» в Москве. Стоит 828 рублей. Автор французский ученый Жозеф Мессенжер. В этой книге написано, что до 70% или 80% информации мы передаем через жесты. И тот, кто умеет читать жесты, он прочитает человека, независимо от того, что он говорит. Скрыть свои жесты могут либо профессиональные актеры, либо разведчики, если они специально подготовлены. Вот. И да, это одна из базовых форм коммуникации, которая роднит нас с животными, которая никуда не исчезает, как мы не приближались к нейросреде. Малиновский Михаил Павлович, ретроградный процесс, не понял вопроса. Так, Зубов Владимир Евгеньевич, для того, чтобы музеям, архивам и библиотекам вписаться в новое информационное поле, нужно иметь определенный социальный заказ. Если он сегодня, сомневаюсь, тоже если обсуждать, то в конце. Ну, заказ, вы знаете, чуть более недели назад, какого числа? 9 декабря. У меня была встреча с руководством Национальной электронной библиотеки НЭП. И меня пригласили туда. Мы проговорили 3 часа, ну, в частности, с Михаилом Давыдовичем Родионовым. Социальный заказ есть. Мне сказали, что будут приглашать меня, значит, участвовать в подобных обсуждениях, и следующая встреча планируется в январе. Так.
Бобылев или Бобылев, я, извините, не знаю, как ставить ударение. Владимир Владимирович, изобретение Гутенберга. Величайшее преступление против человечества. Раньше коллективная память хранила только то, что важно и нужно, а сейчас всякую чушь. Вот, но это цитата. Ну, изобретение речи тоже величайшее преступление против человечества. Так. Зубов Владимир Евгеньевич. Но вопрос, а была ли коллективная память человечества до Гутенберга? Ну, может быть, глобальной не было. Ну и после Гутенберга тоже не было, кстати говоря. Глобальная память в подлинном смысле, наверное, начинается вот с наших дней, с момента возникновения глобальной информационной среды. Коллективная. Ну, кстати говоря, есть же коллективная бессознательная. Но давайте потом вернемся, чтобы я не застрял. Это память человечества или конкретного этноса? Ну, если человечество тогда было таким, значит, ну, совокупность памяти этносов и была памятью человечества того времени. Так, Зубов Владимир Евгеньевич. Чтобы судить о перспективах, нужно оценивать реальное положение архивов, музеев и библиотек в современном обществе. Как с этим обстоит дело, по мнению докладчика? Ну, реальное положение я характеризовал в пункте первом, что они развиваются, они как бы достались по наследству современной эпохи, и государство, ну, не вполне знает, что с ними делать, потому что это затратные учреждения, мы, ну, я говорю о России, например, их, чтобы их содержать, нужны большие деньги, к ним применяют... ну, какую-то логику, которая скорее свойственна коммерческим учреждениям. Инвестор вкладывает в вас средства, а где отдача? Давайте прибыль. Как они могут давать прибыль? Вот такое положение. Плюс требования инноваций. Вы должны меняться, вы должны быть современными. Спрашивают, а как меняться? Мы не знаем, это вы сами должны предложить. То есть эти институты находятся сейчас вот между прошлым и будущим, я бы так сказал. Дальше. Спасибо, реабилитировали гуманитарные знания. Это не вопрос. Благодарю вас, Татьяна Ивановна. Бабылева по цитате. Как правильно, заходер или заходер? Я читал его стихи еще в детстве. А кто решает, что важно и что нужно, а что является чушью? Ведь это мнение субъективно, это Нина Григорьевна Кучерявенко пишет. Что является истинным, а что ложным? Кто решает? Так, Малиновский Михаил Павлович. Это я про то, что раньше было одно информационное поле, затем разошлось на музеи, архивы и библиотеки, а теперь все объединяется обратно. Да, именно об этом я и говорю. И можно к этому процессу относиться двояко. Первое, все разрушается, как бы шеф, все пропало, клиент гипс снимает, клиент уезжает, да? А можно увидеть в этом логику, смысл. Только для того, чтобы увидеть, горизонты надо расширить, нужно смотреть из космоса на эти процессы. И тогда возможно, что никакой трагедии-то и нет, и эта трансформация будет даже интересной. Вопрос заключается в том, мы будем объектами этой трансформации или субъектами трансформации. Нас будут трансформировать извне, а мы будем сопротивляться. Или мы будем участвовать, признавая целесообразность этого движения. Как вы думаете, Юрий Юрьевич, Этери Викторовна Минзаева, образовательный контент должен быть размещен где? Не понял, Этери Викторовна, вашего вопросы. Извините, уточните, пожалуйста. Зубов Владимир Евгеньевич. Глобальная информационная среда – это не коллективная память. Ну, я, наверное, соглашусь. То есть, глобальная информационная среда – это некий возможность, да, склад. Но дело в том, что мы сейчас живем в мире человека-компьютерного симбиоза, и нам трудно определить, где сейчас что. Потому что все-таки киберпространство – это симбиоз
информационной инфраструктуры и мира человеческого воображения. И то, что раньше существовало отдельно, сейчас переплетается, а в будущем, как я полагаю, оно сольется. Поэтому эти вещи идут друг другу навстречу. Так. Ну, не будет социально... Так, Владимир Евгеньевич Зубов. Трагедии, конечно, нет. Ну, не будет социальной памяти. Это мы уже слышали. Не будет фундаментальной науки. Ну и что? Это мы уже слышали. Доктрина Высшей школы экономики. Не понял вопрос. Нет. Я хочу сказать следующее, что... Если ее не будет, и мы будем жить в мире тотальной манипуляции, то это возможно, мы сохранимся, во всяком случае, как биообъекты. Ну, как в фильме «Матрица». Мы будем как бы жить, но на самом деле мы будем питанием для машин, для батареек. Батарейками для машин. Или орудиями в руках там элиты небольшой. Я говорю о субъектности. Сохранится субъектность, или мы превратимся в зомби. Превращение в зомби возможно. Сегодня мы воюем с Океанией, а завтра мы не воюем с Океанией и никогда не воевали с Океанией. Вот о чем идет речь. То есть самостоятельность мышления, его как бы, субъектность, активная жизненная позиция, возможность строить свою жизнь, планировать свою судьбу, возможность отстаивать свои убеждения – останется или нет у человека, или мы будем просто биологическим как бы, субстратом, объектом манипуляции или исполнителями, которые внедряют инновации, например. Так, Волкова Людмила Петровна. Добрый день. Сближение, схождение в одну точку институтов социальной памяти, архивов, библиотеки, музеев является возвращением к истокам на новом технологическом уровне. Да, пожалуй, но как передать окраску мыслей, эмоций, душевный настрой? Ну, я думаю, путем совершенствования нейрокомпьютерных интерфейсов. Минзаева Этерия Викторовна. Где должны быть... Да, еще ответ на предыдущий вопрос, Людмила Петровна. Наступление нейрокоммуникации не означает того, что все предшествующие виды коммуникации исчезнут. Жесты останутся, речь останется, ну все останется, я могу перечислить вот по Гринченко и Щаповой, что именно останется, вот я открою. Просто нейрокоммуникация будет высшим на тот момент видом, и важно, чтобы все виды этих коммуникаций сосуществовали в гармоничном единстве, чтобы это не превратилось... как бы влежание в специальном кресле, как в фильме «Суррогаты». Помните, когда мужчина и женщина лежат в специальном кресле, а суррогаты действуют в жизни, такие молодые, такие активные, знакомятся друг с другом, у них любовь и так далее. А настоящие люди лежат в кресле и стареют. Вот, при этом. Так... Минзаева Этерия Викторовна, где должны быть размещены образовательные тексты? Все, что используется в образовании. Может быть, именно библиотекам и архивам отдать монополию, чтобы не было информационного образовательного мусора? Вот я не совсем готов к ответу на этот вопрос, Этерия Викторовна, но давайте представим себе руководство вуза конкретного. Бюджет ограничен, бюджет урезается. Как комплектовать библиотеку вуза? Что лучше? Выписать литературу как бы в традиционном виде, которая пройдет комплектование или прочее, или подключиться на ЭБС, на ту же ЭБС, университетская книга онлайн, IPR Books, и другие, чтобы студенты могли закачать на планшет и ходить, пожалуйста, пользоваться на год. И, или на базы данных
том числе там Web of Science, Scopus и прочее. Вот сейчас предпочтение отдается второму. И это, ну, это, наверное, какой-то объективный процесс. Я не говорю, что это правильно. Так, Зубов Владимир Евгеньевич, почему будем? Мы живем в мире тотальной манипуляции. Ну, я считаю, что пока еще не тотальной манипуляции, но пока еще не тотальной. Сабаев Ирек Анварович. Создатель сначала было слово, и ему мы нужны как создатели информации. После смерти мы тоже информация, для другого мы не нужны. А как передавать информацию между нами, ему не интересно. Он дает нам поизгаляться. Интересно, четвертая цивилизация пойдет тем же путем или нет, но мы не узнаем, какую информацию мы должны оставить потомкам. Мне сейчас один момент, мне нужно подумать. Но я боюсь отвечать на этот вопрос, потому что он, ну, носит религиозный характер, и как раз не связанный не с космическим религиозным чувством, а с идеей личного Бога, причем, насколько я понимаю, речь идет об исламе. И я боюсь своим неосторожным ответом вот затронуть чувства уважаемого Ирека Анваровича и других мусульман, которые присутствуют сегодня вместе с нами. И я благодарю вас за вопрос и буду думать над ним впоследствии. Я его запишу. Спасибо. Дальше. Зубов Владимир Евгеньевич. Архивы, библиотеки и музеи имеют смысл до того момента, пока они являются хранителем уникального знания. Выход в глобальную среду означает либо изменение их идентичности, либо чисто формальное включение. Ведь доступ, скажем, к архивным фондам, переведенным в цифровой формат, возможен только для очень малой части архивного фонда. Также и с библиотеками. Оцифровывается много, а попробуйте получить доступ. Доступ ограничен наличием авторских прав, даже для изданий 19 века. Я скажу, наверное, в ответ на этот вопрос еретическую мысль. Авторское право когда-то падет. Рано или поздно. Оно анахронизм. И все, что принадлежит фондам, ну, рано или поздно, оно будет в цифровой среде. Вот. Пока вот реалии состоят в том, что да, есть правообладатели и прочее, идет борьба. Я здесь выражаю не свое мнение. Есть такой фильм BBC «Google и всемирный мозг» о проекте цифровой библиотеки Google, которая делалась в середине 2000-х годов. И вот те слова, которые я сказал, это слова оттуда, это последние фразы из фильма. Не знаю, я ответил ваш вопрос, ответил на ваш вопрос или нет. Сарыбаева Нуриля Нурсеитовна, почему все боятся, что библиотеки станут не нужны? Библиотеки, музеи и архивы останутся местом подлинности, ее аутентичности, но электронной. Я согласен с этим, но я хотел бы продолжить мысль. Они могут стать центром знания. Библиотека, музей, архив могут начать развиваться по когнитивной модели. То есть они работают вместе с людьми, они не просто предоставляют доступ читателю или пользователю, как сейчас говорят, к источнику, но они могут помочь учиться самообразованию, развивать знания. Для этого в этих институтах должны появиться библиотечные когнитологи. Об этом очень заботится, вот, в частности, уважаемая мной Валентина Аврамовна Малышева, директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, о том, как подготовить библиотечных когнитологов. Лопоткин Алексей Михайлович. Добрый день. В настоящее время общество в той или иной степени зависимо от современных технологий, в том числе компьютерных и информационных в целом. Как вы считаете, возможно ли на начальном этапе спрогнозировать последствия развития нейрокоммуникации?
Я имею в виду, не приведет ли глобальная чиповка человечества к возможностям управления социумом, третьими лицами и тотальной зависимости от технологий. Даже сейчас практически утрачены классические школы, навыки, передаваемые ранее из поколения в поколение. Спасибо за вопрос, Алексей Михайлович. Я думаю, что речь идет о фундаментальных противоречиях между двумя типами цивилизационного развития, традиционалистским и техногенным. Мы уже давно находимся в плену у технологий с конца 18 века, собственно говоря. Сначала очаг техногенной цивилизации возник в Западной Европе, потом он распространился в Америку, Австралия, Новая Зеландия, ряд других стран. И теперь уже он распространился на весь мир, потому что мировая экономика – это и есть, как бы, прежде всего, экономика этих стран. И вся наша жизнь технологична. И более того, эти технологии являются основой нашего благополучия. У академика Вячеслава Семеновича Стюпина есть такие слова. Техногенная цивилизация похожа на двухколесный велосипед. Если велосипед перестанет ехать, он остановится и упадет. Поэтому все так озабочены проблемами экономического роста. Если будет экономический рост, значит экономика устойчива, значит общество дальше живет и развивается. Не будет роста, все начинает разрушаться. И в этом смысле не технологии служат нам, о чем я и хочу сказать. Уже с начала 19 века или с конца 18 не технологии служат человечеству, а человечество служит технологиям. Также оно служило, так сказать, развитию микроэлектроники, и сейчас будет служить конвергентным нано-био-инфокогнитивным технологиям. Идет процесс, в который мы все вовлечены, но мы не определяем его. И можно с этим не соглашаться, но выбор был сделан западной цивилизацией после эпохи Возрождения, Реформации, были сформированы предпосылки, которые потом практически воплотились, ну, в этом техногенном бытии. И если 5 этапов технологических инноваций по очень сходному алгоритму мы прошли, то нет оснований не допускать, что мы не перейдем на 6-й этап такой же. Сабаев Ирек Анварович, и правильно, что не отвечаете, а это не религия. А вопрос, на который должны ответить, это не религия. Спасибо большое, я буду думать над этим вопросом. Он слишком сложен для меня сегодня. Зубов Владимир Евгеньевич. Насчет падения авторского права. Жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе. Понятно. Сарыбаева Нуриля Нурсиитовна. Скорее всего, будут места бумажно-книжных памятников, но библиотеки, архивы, музеи нужны для того, чтобы доказать подлинность электронной информации, почти то же самое, как сейчас, но бумажной. Так, надо подумать. Подлинной. Вот смотрите, подлинность, да? А опечатанная книга, это же уже тираж. 100 экземпляров, 50, 100, 500. А что является подлинником? Подлинником является рукопись. Ну хорошо, для архива это подлинник, а для библиотеки, если там нет рукописных книг, о каких подлинниках идет речь? Так, Куртева Татьяна Ивановна, правильно ли я понимаю, что архивы, библиотеки, музеи могут быть составляющей образовательного кластера? Правильно, они всегда таковыми были и могут, и должны. Волкова Людмила Петровна, поддерживаю вашу мысль, авторское право – это действительно анахронизм. Это должно уйти в прошлое. Информация должна быть бесплатной и доступной любому члену общества. Спасибо, Людмила Петровна. Есть один интересный человек, он живет в Польше. Сейчас я забыл. Ярослав. Сейчас забыл его фамилию. Он выступал на Сахалине в 2013 году,
На конференции интернета и социокультурной трансформации в информационном обществе. Доклад его назывался «Авторское право. Глобальное надувательство». Я подробно с этим не разбирался, но вот если вы мне пришлете на электронную почту запрос или вопрос, где можно познакомиться с этим текстом, то я вам дам ссылочку на этот материал в сети. Как связаны нейрокоммуникации и интернет вещей? Интернет вещей – это предшественник нейрокоммуникации. Если мы рассмотрим эволюцию интернета, то сначала был Web 1.0 со статичным контентом, потом Web 2.0, то есть вот современный с интерактивом и мультимедиа, да? Потом третий нейронет будет, то есть третий Web 3.0, это будет семантический веб, то есть более организованный, с биометрией, биометрический интернет, это я его характеристики перечисляю, биометрический с отсылкой данных о состоянии нашего организма в сеть, ну, например, там, врачам или, значит, медицинские центры. И это будет интернет вещей, когда предметам материального мира будут присвоены радиочастотные метки, и, так сказать, они будут начинены интеллектуально, и доля машинно-машинного взаимодействия превзойдет долю общения людей между собой. Вот эти все предпосылки, семантический веб, биометрический и интернет вещей, должны создать основу для возникновения нейронета, перехода к нейрокоммуникации. Ну, на вопросы Любовь Вениаминовны ответы даны. Отлично. Могу я еще зачитать вопросы? Да, конечно. В этой вкладке вопрос. Конечно. Андреева Александра Николаевна интересуется. Во-первых, благодарит за интересный ваш доклад. По поводу оцифровки всего, в кавычках. А как тогда среднестатистический пользователь будет ориентироваться в этой каше? Волнуется Александра Николаевна. Ну, во-первых, Александра Николаевна, здравствуйте. Рад вас видеть в числе участников. Во-вторых, как он будет пользоваться? Ну вот, глобальные компании и организуют это пользование. Как сделают, так он и будет пользоваться. Он будет ходить по тем ходам, которые создадут для него программисты. Если речь идет о глобальных компаниях, которые потенциально отберут контент, если речь идет о архивах, библиотеках и музеях развивающихся, ну, то, наверное, будут совершенствоваться методы поиска. Вот. Александра Николаевна библиограф, высококлассный, поэтому вот у нее такой вопрос. Да. То есть положительный ответ. Положительный. Но она еще продолжает волноваться и пишет про нейрокоммуникации. Передача нажатием кнопки, в кавычках, не обеднит ли критический смысл? Не получится ли пересказ «Войны и мира» на одной странице? У каждого свой образ мысли, свои эмоции. И что будет с пониманием, если случится несовпадение? Имеется в виду контекст нейрокоммуникации. Вот переживает Александра Николаевна, как мы будем в этом мире жить? Будем ли мы совпадать в наших образах мысли и наших эмоциях? Понимаете, что такое смайлики, которые мы передаем? Мы же можем выразить это в словах великой литературы XIX века, в языке Гоголя, Тургенева, Толстого, Гончарова, наши мысли. Вместо этого мы в конце фразы ставим три смайлика. Причем один человек с высшим образованием, другой человек с высшим образованием, кандидаты, доктора наук. И это прикольно, это круто, всем все понятно. Это уже сейчас есть, скажите. Но тогда давайте не пользоваться смайликами. Если мы пользуемся смайликами в нашей коммуникации, нам кажется это игрой с одной стороны.
Но мы же этим пользуемся. Значит, мы идем туда. Значит, в какой-то момент мы пошлем состояние радости, например. Состояние радости. Или я по тебе соскучился, или я грущу по тебе раз, на кнопочку грусть, и грусть пошла туда. И там, значит, она считалась и передала мозгу человека, ощутил твое состояние. Но это тот же смайлик, только развитый. Да, спасибо. Сарыбаева Нуриля Нурсиитовна. Кстати, я должен сказать, вот какие возможности дают современные технологии, даже не интернета вещей, и уж тем более не нейронета. Вот мы сидим, я сижу дома и общаюсь со всем миром. И прекрасно. Итак, вопрос Нурели. После оцифровки и скачивания рукописи и тиражированной книги возникают риски ее изменения, трансформации. Поэтому для доказательства подлинности текста и нужны архивы, библиотеки и музеи, потому следы механического воздействия на книгу и рукопись видны, в отличие от электронной копии. Доклад недавний Вадима Викторовича Чеклецова на втором заседании клуба «Медиатория», где он сказал, что никакой приватности в интернете нет. Уже. И заботиться о приватности значит всю энергию тратить на защиту свою, в то время как нужно открыться миру, как бы, и принять это как неизбежность и двигаться дальше, то есть как вот в волшебном лесу ты движешься, доверяясь ему. Вот я думаю, что с подлинностью в будущем будет дело обстоять примерно так же. Наверное, мы расстаемся с подлинностью. А, собственно, подлинности это и в прошлом как бы не особо было, потому что те или иные документы, летописи, разве они не писались с расчетом на то, чтобы это понравилось там, князю или правителю или еще кому-то? Вот мне кажется, что процессы трансформации настолько серьезны, что подлинность в будущем будет составлять проблему. Вот. Кучерявенко Нина Григорьевна. Насколько идея нейрокоммуникации и элементная база соответствуют по уровню друг другу? Я не знаю. Да это и не важно. Я говорю о направлении движения. К тому же, я бы сомневался в этом, как сомневался там в 2014 году, когда делал доклад по конвергентным технологиям на Всемирном конгрессе ИФЛА в Лионе. Вот. Но если принята государственная программа, если нейронет – один из ключевых рынков будущего, вхождение в 2035 год, если сюда пойдут все деньги, если на заседании Совета по образованию и науке, помните том, где Путин сказал, почему Академия избрала в свой состав чиновников, ведущих, они что, великие ученые? Там главный вопрос был не этот. Главный вопрос был другой. Как финансировать науку в будущем, российскую науку? И вот по имеющимся у меня данным, мерилом, так сказать, финансирования науки будет соответствие национальной технологической инициативе. И если сюда пойдут все деньги, то и элементная база будет создана. Вот, Минзаева Этери Викторовна. Мне кажется, когнитивные способности надо развивать на уровне общего образования и потом продолжать на протяжении последующего обучения в течение жизни. Иначе мы будем следовать технологиям, которые нам пропишут программисты, они будут создавать те продукты, которые нам необходимы для решения задач. Я совершенно согласен с мнением Этери Викторовны и хотел бы добавить, что лучше всего, когда гуманитарии и технические специалисты работают совместно и проектируют тот образ социотехнологической реальности, в которой нам хотелось бы жить. Так, Владимир Евгеньевич Зубов. Когда призывает принять неизбежность,
сразу возникает вопрос, а действительно ли это неизбежно? Ну, мой ответ такой, не принимайте неизбежность. Так, дальше я не вижу, кто задал вопрос. Смайлики часто несут информацию, не соответствующую графике, а эмоции чистыми, без примеси других, бывают очень редко. Получается регресс? Ну, мой ответ, да, получается. Вот. Лопоткин Алексей Михайлович. Совершенно верно. Использование таких знаковых элементов, как смайлики, приводит для младшего поколения, в частности, к утрате способности выражать чувства и эмоции при письменном изложении. Ну да, но я говорил о том, что взрослые их используют. Я их использую. Я в своих сообщениях в WhatsApp ставлю по три смайлика в конце, после сообщения. Мне не хватает, мне очень нравится, как пишет Гоголь, но я не умею так, как он. Мне придется долго учиться. Кроме того, я чувствую, что для электронной коммуникации три смайлика или пять смайликов после сообщения, ну, как бы это более адекватно вот в этой среде, чем писать сложный текст. Вот представьте, что вы получаете электронное письмо в стиле эпистолярного жанра 19 века. Вас это шокирует? Я думаю, да. Но вам же придется на него долго отвечать. Глубоко уважаемый Иван Иванович, рад приветствовать вас и позвольте поинтересоваться, как ваше здоровье, как здоровье вашей драгоценной супруги. Будем счастливы видеть вас в вашем доме. Мы так разве пишем электронные письма? Конечно, нет. То есть media is the message, media is the massage, как говорил Маклюин. Само средство сообщения диктует нам то, что нам писать. Значит, дорогие коллеги, вот я вижу вашу реакцию некоторых людей. И я не хотел бы, чтобы у вас создавалось впечатление, что я вас призываю к чему-то или во что-то вас вербую. Я просто рассказываю о результатах своего исследования, позволяющего, ну, как бы определить, а какое возможно место архивов, библиотек, музеев в глобальной информационной среде. Это результат моего исследования, я к нему пришел. Но для того, чтобы говорить о том, что это не очень серьезно, поживем увидим, или неубедительно, вам нужно иметь свою собственную модель. У вас есть такая модель? То есть вы можете сказать, что будет через 5 лет, что будет через 10, 15, 20. Я это говорю. Для того, чтобы возражать, вам нужно иметь альтернативные модели. Пожалуйста, еще вопросы. Юрий Николаевич, вы слышите меня? Дорогие коллеги, у меня потеряна связь. Да, восстановлена. Юрий Николаевич, да. Итак, я еще раз повторю, что я предлагаю модель некую развития. То есть я считаю, что есть законы глобальной эволюции. Они являются определяющими, особенно для того этапа развития цивилизации, человеческой цивилизации, в котором мы находимся. Это законы самого общего уровня. Более конкретные законы – это законы развития технологий. А от развития технологий зависит развитие институтов социальной памяти. Вот я вам представляю результаты своего исследования. И это исследование было без всякого вебинара. Я повторю, что я выступал 5 раз уже, выступаю 6. Оно продолжится, независимо от того, выступал бы я с этим сегодня или нет. Но для того, чтобы серьезно возражать, нужно предложить собственную модель. Например, вы скажете, а вот скоро развитие технологий остановится, и ничего дальше не будет. А я спрошу, а почему вы так думаете? А когда оно останавливалось? Ну и так далее. Вот. Хочу задать вопрос коллегам. Уважаемые коллеги, вот у нас сегодня бурная дискуссия, интереснейший докладчик.
И мы хотим предложить вам ответить на вопрос следующего рода. Вот он сейчас, я его запускаю на экране, он простой. Вы можете выбрать любой вариант ответа, а после него я вам покажу, что мы с Юрием Юрьевичем для вас приготовили. Это интересная программа, сейчас я покажу ее. Это авторский вебинар, вы видите, как Юрий Юрьевич замечательно ведет. Далее, это практические задания аналитические, совместные, где вы будете формулировать не просто проблемы, но и попытку решить эту проблему самостоятельно, что очень важно в наше время, и решение потом будет найдено совместно. Это мы хотим начать вебинар с 1 февраля 2017 года, но сначала хотим узнать ваше мнение. И вот, Юрий Юрьевич, видите, какова статистика. Мы не знали, надо ли это или нет. Мне казалось, вот, надо Юрию Юрьевичу предложить, но он говорит, а вдруг это неинтересно, не востребовано. И вот, пообщавшись с Юрием Юрьевичем не одну минуту и не один час индивидуально, увидев его скрупулезность, его корректность как человека, как ученого, я вот такое предложение сделал. Спасибо за ваше мнение, Юрий Юрьевич. Вот, спасибо большое. Мнение коллег о том, насколько это могло бы быть интересно. Но мне очень приятно, Юрий Николаевич. Ну, мне очень приятно видеть, и ну, я готов получить ответы «нет», но то, что нет ни одного ответа «нет», а пока не знаю, но даже если они будут, это меня как бы не убьет, скажем так. Но мне очень приятно, потому что я действительно серьезно готовился, да. Наша компания не ошиблась, и наш генеральный директор не зря порекомендовал мне обязательно с вами связаться, как с интереснейшим спикером. Спасибо. Вот как называется эта программа. Вот скриншот программы и ссылка в презентации приведена, где мы представляем нашего автора. Вот мы видим рецензента. Мы идем академическим, классическим путем, никому глазки не строим, мы даем объективную информацию, и Юрий Юрьевич востребован, признаваем в научных кругах. Вот, уважаемые люди, некоторых, почему-то всех виртуально только знаю, некоторых я очень хорошо знаю виртуально, в частности Ирину Владимировну. Они рекомендуют. Вот такова программа. Вы там можете увидеть, это все динамический такой аккордеон, он раскрывается, и там вы можете посмотреть, он предельно внимательно отнесся к разработке программы, вы можете ее увидеть, не буду сейчас тратить время, включая результаты обучения, что редко среди гуманитариев мы видим. То есть говорят, а результаты для чего это все? Вот он умеет формулировать результат и в формате, очень такой легкий формат, вебинары. Вот видите, как он мастерски проводит, я там даже желтым отметил, как наш спикер прекрасно включен органически в организацию, в технологию он включен идеально. Вот он без эхо, с наушник раз одел, и у нас самый лучший вебинар именно вот это. Это работа. За работу мы будем просить, естественно, компенсации. Вот такова наша цена. Возможно, для кого-то будут скидки. Юрий Юрьевич, вот я ему не говорил, он имеет право, это его собственность, кому-то давать скидку 100%. Ему понравился этот человек. Обращайтесь к Юрию Юрьевичу за скидками, что он решит, это его право. Вот эта скидочка. Он не видел эти слайды. Это я уже приготовил, вот он смотрит, он не видел никогда. И вот я благодарю вас всех за внимание.
Я вас проинформировал, мы вас ждем, и ссылочка в презентации есть. Это не сертификат, это уже полноценное обучение с большой работой, но очень интересно. Возвращаемся к вопросам. Я открываю снова режим дискуссии. Это замечательная дискуссия. Вот уже коллеги благодарят, мы уложились по времени. Елена Александровна спрашивает, планируете ли вы продолжать исследование этой темы. Я знаю, что Юрий Юрьевич пишет докторскую. Да, Юрий? Да. Юрий Николаевич, вот. Я хотел бы еще раз сказать, что всем дорогим участникам, что у меня есть текст. Текст на скольких страницах? Сейчас я посчитаю. Раз, два. Ну, наверное, 10 или более страниц с аргументами, со ссылками, с таким последовательным изложением, которое отличается от порядка изложения, представленного сегодня. Я получил право от Евгении Александровны Воронцовой, составителя сборника, этот текст рассылать. Поэтому будьте добры, запишите мой электронный адрес. Юрий Николаевич, вы не могли бы показать первую страницу? И всем желающим я могу выслать этот текст. И хочу только повторить, что это модель, понимаете? Это модель, это не доктрина, это не идеология. Я никого не вербую, никого, значит, не призываю идти за мной. Я пытаюсь понять мир, происходящие процессы. Вот такую модель построил. Если вы раскритикуете ее в частностях или в целом, буду вам очень благодарен, потому что буду искать аргументы для либо переработки, либо доработки, и модель станет еще сильнее от этого, и это на благо всем нам. Вот, и мне еще, я еще хотел сказать, что мне приятно работать, приятно выступать не только перед коллегами, работниками библиотек, музеев, архивов, но и для работников сферы образования. Потому что, ну, я так предполагаю, вам нужны мысли, вам нужны свежие мысли, вам нужно понимание процессов, которые происходят сегодня. И если я буду вам полезен в этом, то это для меня огромное счастье. Спасибо. Юрий Юрьевич, Ирина Владимировна Желавская благодарит в чате, если видите, пишет большое спасибо и за организацию, да, спасибо, семинара. Я хотел бы поблагодарить рецензентов моего курса, Ирину Владимировну Желавскую, Виолетту Николаевну Волкову, которые, во-первых, согласились быть рецензентами, во-вторых, они нашли время, несмотря на свою занятость, ознакомиться с программой и высказать положительную, и дать ей положительную оценку. Спасибо вам большое. Ну, вот тут еще вопрос от самого, наверное, активного сегодняшнего участника, Владимира Евгеньевича Зубова. Видите, Юрий Юрьевич? Да, какие, да, свойства? Да, какие свойства? Я хотел бы поощрить Владимира Евгеньевича, и, может быть, мы посмотрим чат, но прежде всего пригласить Владимира Евгеньевича бесплатно, вот, принять участие в этом серии вебинаров, то есть организовать. И с вашего позволения я хотел бы, Юрий Николаевич, потом посмотреть список вопросов и участников активных и пригласить их к участию в этом курсе «Глобальное информационное общество как новая социокультурная реальность». Ответ на ваш вопрос, Владимир Евгеньевич. Я хотел бы отразить в модели самые общие свойства, потому что я работал на высших, как бы, уровнях абстракции. А как известно, чем шире объем понятия, то есть существует обратное соотношение в логике между объемом и содержанием понятия, чем
шире объем понятия, вот мне иногда страшно становилось, что я говорю про все библиотеки, архивы и музеи, они же очень разнообразны. Поэтому эта модель самого такого общего уровня абстракции для того, чтобы иногда спрашивают, а как применить то, что вы говорите на практике? Я отвечаю так, непосредственно применить невозможно. Как непосредственно, в общем-то, теоретическая философия не применяется. Но люди, которые работают на более низком уровне абстракции, которые обеспечивают связь между теорией и практикой, они могут принять эту модель и соединить с практической деятельностью. Я и сам готов это делать, поскольку у меня базовое инженерное образование, но это будет уже работа другого жанра. А вот здесь жанр требовал именно глобальных обобщений. Коллеги, у нас по расписанию уже время подводить итоги. Пожалуй, наверное, последний вопрос от Этери Викторовны попросим ответить. А то Юрию Юрьевичу надо бежать на следующее мероприятие. Этери Викторовна. Спасибо. Мне нужно бежать на любимую работу, да. Вот. Этери Викторовна, и я потом Владимиру Евгеньевичу отвечу вкратце. Еще 4 минуты. Юрий Юрьевич, как вы думаете, смогут ли гуманитарии создать общую концепцию или теорию, которая сможет противостоять технократам? А я считаю, что не надо противостоять технократам, надо работать вместе. И технократ, мне не нравится слово технократ. Гуманитарии, технические специалисты. И надо работать вместе и разрабатывать вот ту реальность. Я не знаю, как у других, но вот у меня, в общем-то, это получается. Если нет предубеждений, что вот это именно технократ, хотя такие люди есть, которые не хотят говорить, то я верю, что работа возможна. И Владимир Евгеньевич Зубов говорит, тогда, может быть, термин «модель» не совсем удачен. Не согласен. Я считаю, что удачен, потому что любое наше познание – это моделирование мира. Вот, и мы всегда строим модели, я тоже строю модель. Спасибо вам большое. Вот, вижу, Елена Александровна тоже написала. Да. Ну что, дорогие друзья, пора... Благодарю вас, Елена Александровна. Пора закругляться. Юрий Николаевич, вы могли бы показать результат опроса окончательно? Так, результат опроса, конечно... Еще две минуты. Вот. А я его сфотографирую на смартфон. У нас будет в протоколе, плюс вся переписка в чате вам придет. Каждый, кто писал. Спасибо. У нас аналитика или биг дата полная. Большие данные, это наш хорошо. Коллеги, я хочу еще раз поблагодарить и нашего замечательного спикера, и вас, я тут вижу реплики наших участников, которые благодарят за вопросы интересные других участников, не только спикера, но и за вопросы. Такого еще не было в нашей практике, такого активного социального конструкционизма, да еще и в онлайн. Это просто замечательно. Я хочу передать слово Юрию Юрьевичу для подведения итогов, что он о нас думает и чувствует, чтобы отпустить его на его любимую работу, как он говорит. Юрий Юрьевич, вам слово. Дорогие коллеги, я вас благодарю, я вас всех люблю и до новых встреч. Спасибо, коллеги. Я выключаю запись. Компания Direct Media ждет вас на следующее мероприятие.